Olla. Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, я уже скажите 34-го сфотографировался. Вы меня запомните? Вы что, меня домой не пускаете? Все. Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите фото. Фото я сфотографировался. Вы что, меня мозги едете? Назовите номер своей квартиры. А? 57-я квартира? Пожалуйста, четко скажите номер своей квартиры. 17-й дом, 57-я квартира. Смотри, бля, что меня не узнаешь? Квартира номер 50. Ответьте, да? 17-й дом, 57-я квартира. Ты что? Ответьте, да или нет? Да. Открой дверь. Встаньте напротив домофонной камеры на расстоянии вытянутой руки и посмотрите прямо в нее. Держи. Через 3 секунды я вас сфотографирую. 3, 2, 17, дом, 1. 57 квартира. Фото сделано. Чтобы пользоваться умным домофоном, установите на свой смартфон приложение «Мой умный дом». Я повторяю. Не знаю. Открывайте мне дверь. До свидания. Желаем удачного пользования. Пускай меня домой. Нихуя день. Я вас не распознала. Ага. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите фото. А что, меня 34-й опять позаматься? А? Я вас не поняла. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, четко скажите фото. Фото есть у меня, 34-м. Назовите номер своей квартиры. Моя квартира. 57-я квартира. Уточняю. Квартира номер 50. Ответьте, да Пятый или нет? 5-й этаж, да. Я пошла там нахуй, блядь. Встаньте напротив домофонной камеры на расстоянии вытянутой руки. И посмотрите Деньги. Прямо в нее. Через 3 секунды я вас сфотографирую. 3... 2, 1. 57-я квартира. Чтобы пользоваться умным домофоном, установите на свой смартфон приложение «Мой Пошли умный дом». Пошли нахуй, все Повторяю. Деньги, блядь, «Мой бросить. Умный дом». До свидания. Желаю До свидания. Удачного Пошла пользования. Ты пизда. Сучка, блядь, деньги заплатил, да? Ну что, меня не пускает, блядь?